Помнишь наш старый знакомый, который быковал здесь на машинке? Я не помню, что за машинка была. Такой дерзкий дедок лез в драку. Вот там. Хочешь поучаствовать в рейде, деда? Я думаю, какие вы мошенники. Мошенники? В чем? В чем мы мошенники? Вы зарабатываете эти деньги. Что, серьезно? Показать вам? Давай, покажи. Как там из тюрьмы? Покажи. Иди работай. Покажи. А не занимайся их. Покажи. Да, чем ты занимаешься. Да не подходи ко мне, ё-мы, не тяни руки, а то сейчас я эту руку сломаю. Сломаешь, я тебе голову сломаю. Иди своей дорогой, мужик. Ты кто? Ты кто? Тебе сказать, кто я такой? Я твой страх, ё-мо. Иди своей дорогой, не матерись. Тут видишь, дети ходят, ё-мо. Мужик, что с тобой? Ты дети за это самое. Ты матюкаешься. Я матерюсь? Да. Это ты сейчас... Привлеките его за мат в общественном месте в присутствии детей. Господа полицейские, при вас матерится, угрожает. Вы не будете предпринимать действия? Вот матерится при вас, угрожает. Дети идут, матом кроют полным ходом. А ну еще давай. Матом. Это ну, как? Что это? Что вообще синешку? Кучетюху. Да не подходи ко мне, держи дистанцию, ёма. А ты еще сейчас не на работе. Что, серьезно? Да. Серьезно? Давай покажи. Чем ты занимаешься? Покажи. Так что, не будь его привлекать за мат в общественном месте, господа полицейские. Вот при вас он матерился, вы обязаны сейчас его привлечь при вас. Да не подходи ко мне, держи дистанцию. Дистанцию держи. Я в парке нахожусь. Так я не матерюсь, как ты, охламон, ёма. Что, не будь его привлекать? Вот смотрите. Ну что, не будь его задерживать? Не будете привлекать, господа полицейские. А скуда? Он вообще ел. Чтобы кто-то был другой, вы бы сразу бы его привлекли. Руки не тяни ко мне, еще раз тебе говорю. Руки не тяни. Иди своей дорогой, ты охламон. Что, штраф хапанул? Что ты сказал? Охламон! Ну, а тебе в суд надо взять. Что, серьезно? Слово охламон? Слово охламон, да, это не матное слово. Да иди отсюда, ты клоун. Иди отсюда, клоун. Да, клоун. Вот ты именно клоун, иди отсюда. Так я ю. Научись разговаривать, я ю. Тут его, вы что, не привлечете его, господа полицейские, за мат? Вы его не привлечете? Может, мне на вас экипаж жалобу оставить еще? То, чтобы не привлекать. Напиши заявление в суд на меня. Все, иди отсюда. Он просто штраф хапанул недавно. И сейчас сбукует. Да. Иди работай. Так ты так. Ты уверен, что я не работаю? А ты сейчас сегодня не на работе? Потому что я... Так я вот тоже в воскресенье не работаю. Иди отсюда. Занимаешься... Иди отсюда, мужик. Снимать. Слушай, если ты пьяный... О, малолетки. Вот у нас малолетки нетрезвые. Вы их тоже не будете за нетрезвый человек? Нетрезвый малолетка, господа полицейские. Господа полицейские. Вы видите, что нетрезвый малолетка? Вы что, не будете его задерживать тоже? Это что за полиция у нас такая? Слушай, малолетка, иди отсюда, протрезвей. А то я тебе сейчас охлажу и будешь трезво у меня как стекло ходить сейчас. Господа полицейские, это что? Вы хотите, чтобы вы стремитесь в евро какой-то непонятно что? Малолетки пьяные ходят. Мужчина матом кроет, агрессирует, и вы вообще бездействуете. Так вы обязаны сейчас при вас. Вот это входит в ваши обязанности, как сотрудников полиции. Я нормально разговариваю. При вас материться вы обязаны привлечь. Кто материться? Это ты. Обзываешь. Слушай, иди отсюда. Иди отсюда, клоун старый. Почитаешь комментарии себе очень интересные, ё-мо. Иди отсюда. Седой, блин, ё-мо, а тупой, как непонятно, как пенёк какой-то, блин. Так на пенёк хоть присесть можно, с него есть какой-то толк. А себя вообще только бла-бла-бла орёшь, истеришь. Деньги зарабатываю. Я работаю в фирме, блин, ём, на производстве. Бандит. О, бандит, ём. А ты кто? А ты кто? Чё, серьезно? За то, что таких, как ты, ставлю на место? Чтобы не наглели, не борзели, соблюдали, блин, правила. Так я тебе сделал, иди отсюда. Несовершеннолетних. Кого я сбил? Вот этого парня. Что ты? Так он и пьяный подходит. Чем я их обозвал? А ну скажи, чем я обозвал сотрудников полиции? Как я их обозвал? А, ты не знаешь, как я их обозвал, но я их обозвал. Ты вообще сам себя слушаешь?
Ты угрожаешь им. Чем я угрожал? А, твоей работе в милиции, вы обязаны, что? Так правильно, это обязанность сотрудников полиции, таких как ты, задерживать. И определять на 15 суток, блин. Чтоб не матерились, не угрожали, понимаешь? И не парковались, где попало и как попало. Все, давай, валяй отсюда, ты не интересен, клоун. Вот ты, клоун, не интересен. О, еще докапываются до Димы, блин. Как фамилия говорит. А ты кто такой, чтобы тебе фамилию говорить? Ты кто такой? Потому что я могу тебе сказать фамилию. Вот а мне твоя фамилия не интересна. Не интересна? Прикинь. Интересно. Мне твоя фамилия не интересна. Понимаешь? Хочешь писать жалобу, заявление, пиши, вот полиция. Жалобу? Заявление, а я потом напишу. Так это жалоба. Что, серьезно? Да. Вот полиция, того, пиши. Ты работаешь, вот ты взимаешь, а ты уверен, что я не работаю? Не работаешь. А ты сейчас что не я на работе? Я месяц тебя искал. Потому месяц? Искал таких, как ты. Серьезно? Да. Где ты меня искал? Вот здесь. Плохо ищешь, я здесь бываю в выходные. Да. О. А вот это, а это что? Под предлогом. Что под предлогом? У тебя все в порядке, мужик? Вот, вот кто нам делает контент. Вот такие вот психически неуравновешенные граждане. Я не могу сейчас показать человеку, кто я такой. Да мне без разницы, кто ты такой. А рад еще не а ты кто? А я тебе спору пробую. Так ему показывай, а я не хочу ему показывать. У меня нет оснований ему показывать документы. Я закон не нарушил по отношению к тебе. Если я нарушил закон, я буду отвечать. Да не подходи ко мне, держи дистанцию. Еще раз говорю, дистанцию держи. Дистанцию держи, а то сейчас сам взлетишь. Ё-моё, твоя седина не поможет тебе. Я тебя не угрожаю. Да, я тебя предупредил. Я тебе как человек говорю. Я тебе как человек говорю. Не подходи ко мне близко, держи хорошо. Обоснуй это, что я мошенник. Пиши заявление, что я мошенник. В суде встретимся, посмотрим, кто мошенник. Вот такие вот у нас клоуны. Такие, он фиксирует, он фиксирует наш диалог. Да не подходи к нему, не подходи к нему. Еще раз тебе говорю, ты какой? Вы снимает девочек на скоростную, он ведет видеофиксацию. Вот работник полиции. Ну и что дальше? Подходи, пиши жалобу. Так и не подходи ты к нам. Подошел, начал тут фиксировать нас, диалоги какие-то начинать тупые, бля. Херней? Мошенником ты. Мошенник. Серьезно, я мошенник? Да не подходи ко мне близко, еще раз говорю, не подходи ко мне, держи дистанцию. А то сейчас ушатай и упадешь прямо здесь. Ой, господа полицейские, уберите этого неадеквата, бля. Это ты ударил мне. Я держу дистанцию, чтобы ты ко мне не подходил. Есть видео. Я тебя ударил, я тебя толкнул, то что ты идешь в наглую на меня. Все, свалил отсюда. А вот подъехал инвалид. Предоставьте ему место, он инвалид. Вот он и реально инвалид, его машина зарегистрирована. Вот он инвалид, это Алим, наш старый знакомый. Ну, рок, Алим. Здорово. Вот мы боремся, да, боремся тут с этими неадекватами. Вот еще подошли водители Audi. Водитель Audi, которая припарковалась на тротуаре. Вот смотрите, девушка, вот сейчас подъезжает инвалид, он колясочник. Ему надо к пешеходному переходу. Как они пройдут? А ему надо по прямой к пешеходному переходу, без пандусов, а по прямой двигаться. Женщина. Пункт 44, почитайте. Парковка на тротуаре у нас запрещена. Да, ты какой-то неадекватный, ё-мо. Вот Алим подъехал, для кого места? Пофиксирую я. Выключи это, спасибо. Я помогу, Алис. Он тоже зарабатывает деньги. Посмотри, человек, который деньги зарабатывает, клон, вали отсюда. Я тебе сейчас устрою мошенников. Алим тоже деньги зарабатывает. Вот этот клоун непонятный. Да, подошел нас один раз, мы его пропанули здесь, полицию. Он сейчас пришел здесь купить. Два. Все, закрыл? Все. Так что ты не фиксируешь человека, который деньги зарабатывает? Давай, иди сюда, клоун! Мудак старый, блядь!
Не заставили.